первый раз. Дорогие друзья, я смотрю, что рюмочки уже наполняются, а сейчас у нас еще одна интересная история. А мы не понимали, что это такое. 100 грамм. История будет. С них по колено туда будет. Истории нет, все истории нельзя будет рассказывать, поэтому расскажем будет просто. Экспром. У нас что, тогда было, что больше всего нравилось не заметили, школе? Что больше всего нравилось? Я понимаю, наблюдать, а зачем? Вообще ничего. Вы так, я так понимаю, что вы не случайно. Это этот, знаешь, как называется? Поэтому я прошу взять ваши это рюмочки, называется... И вы микрофончик еще. Что это называется? Помнишь, мы рыбу ловили? А что это за штучка? Это пирог классный. Да? Лазанья по-беляевски. Человек, который говорит, все в округе или плачет, или смеют. А вот это барракуда. Нет. Да. Я столько не выбил. Походу на скумбрию похоже. Нет. Скумбрия. Ну, похоже на барракуду. Только маленькая еще. Это типа жульена, наверное. Да-да. Тут нормально поесть можно, понимаешь? Есть, есть, например, этот самый, как его? Буржуи не кормят народ. Барракуда, барракуда. Вот, птица. Это рыба. Было написано, сколько на парте, помнишь? Стихов всяких было написано. Да, шпаргалки гоняли. Самое классное. Самое главное, что не единились, самые стойкие всегда остались стойкими. Да. Мы всегда были самыми уникальными на всех конкурсах. Оба-на, кума пришла. Так у нас тут появилась и чуть-чуть. Прибавление. Она хорошо приготовилась просто. Пешком, когда... Она из Кишинева пришла. А из Кишинева вернулись. Она дорогу рассказывает. Хорошая песня. Штрафное. Это штрафная сейчас будет. Давайте штрафную Марине дадем. Давайте. Эй, рюмка. Что на пьет? Все, что горит. Тебе шоу, мне сейчас сразу. То есть этот спрей заменяет 100 грамм. Мы их сами порежем. Сейчас еще по рюмке выпьем. Особенно он.